Метилен синий предназначен для уничтожения аквариумных паразитов. Состоит из органического красителя, который придает воде антипаразитные свойства. Применяют его при ихтиофтеросе, триходил, грибков и для нормализации дыхания рыб после долгой перевозки. Побочные свойства метилена синего – то, что он окрашивает воду в синий цвет. Флакон 50 мл предназначен на 100 литров воды. Для лечения берут отдельный сосуд, наливают в него аквариумной воды и разбавляют метилен синий из расчета 1 мл на 10 литров. После этого рыбу помещают на 3 часа в этот раствор, проводят эту процедуру через день до 5 раз. Удачи в лечении, пусть не болеют ваши питомцы.